С наступлением холодов участники специальной военной операции как никогда нуждаются в теплых вещах. В штабе, который базируется на территории 4-й бани, волонтеры шьют теплую амуницию для наших земляков. Мастерицы здесь трудятся, не покладая рук. Именно поэтому швейный цех всегда нуждается в материале для того, чтобы изготавливать бойцам тактические вещи. У нас также есть группа своя в Вайбере, где мы выставляем также обратную связь от мальчишек, когда грузы были доставлены, когда ими получается. Также в этой группе мы пишем необходимую потребность в какой-то конкретной помощи. Просьба большая по поводу продуктов. Продукты нецелесообразно доставлять в зону СВО, нам проще перегнать деньги туда, на границу, волонтерам, кто доставляет на передовую, перегнать денежные средства и там же непосредственно закупить и доставить, так как доставка продуктов достаточно дорогостоящая до границы. Волонтерское движение занимается и другими вопросами. Например, на днях была отправлена машина гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Происходит это благодаря активному участию неравнодушных жителей нашего города и района. В стороне не остаются и наши медики. Для ребят они отправляют медикаменты, которые обычные жители не смогут приобрести в аптеке. 27-е училище, налоговая инспекция сети, то есть потом Анцирская библиотека, глава Анциря привез сети. Сейчас в школе Анцирской я поставлю оборудование, будут детки в Анцирской школе шить. То есть буквально после 15 числа я еще привожу две машины с Красноярска. У нас вышел ролик по Енисею, мне позвонила девушка с Красноярска, просит забрать две машины. Я их привожу и ставлю в Анцирскую школу. Дети там уже шить умеют. Они сейчас шьют на бытовом оборудовании. Я им отдала свои машинки. Но будут шить на профессиональном. На протяжении всего времени с начала СВО наши волонтеры отправляют помощь бойцам. Если ранее отправляли по 18-20 коробок, то в этот раз благодаря семейной паре из Канска ребята получат автомобиль. Своим ходом машина, загруженная гуманитарной помощью, направится напрямую к нашим ребятам в зону специальной военной операции. Напомним, передать помощь нашим бойцам можно на территории бани номер 4 с 16:00. Алена Алексеенко, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, 5 канал.